На озере Ильмень в районе деревни Козынево спасатели третий день ищут тело ребенка. По версии регионального следственного комитета, 10-летняя девочка утонула во время купания. Информация о происшествии поступила на пульт оперативных служб около 14 часов в субботу. По словам очевидцев, три девочки в деревне Козынево ушли купаться на озеро Ильмень. Одна из них не вернулась. На место были стянуты силы МЧС, полиции, облводобъекта. Поисково-спасательная операция, начавшаяся незамедлительно, результатов до сих пор не принесла. Поиски продолжались несколько дней, но результатов пока не дали. Водолазы обследовали дно, тело пока не найдено. Водолазы и сегодня обследуют дно Ильменя метр за метром, но пока безрезультатно. Трагедия в Козынево пополнила печальную статистику этого года. С начала года произошло 12 происшествий на воде, 8 человек утонуло, 5 удалось спасти. Спасатели вновь напоминают родителям о необходимости следить за детьми во время отдыха вблизи рек и озер и предупреждают, что открытая вода может быть смертельно опасна. Сейчас, когда в Новгородском регионе установилась жара и, по прогнозам синоптиков, она задержится на неделю, это предупреждение особенно актуально.